За последние 5 лет в Казахстане случилось 3000 лесных пожаров или по 600 случаев в год. Такие данные озвучили сегодня на парламентских слушаниях представители Минэкологии. В результате возгорания уничтожено больше 600 тысяч гектаров леса. Нанесен ущерб в общей сложности на 30 миллиардов тенге. Одной из главных причин низкой эффективности борьбы с лесными пожарами в стране эксперты называют нехватку качественной техники. По словам министра экологии и природных ресурсов Ерлана Нысанбаева, более 60% имеющейся техники подлежит списанию. Для решения проблемы из бюджета выделят 68,5 миллиардов тенге. На парламентских слушаниях также обратили внимание на факты нарушений требований пожарной безопасности в сфере строительства. Так, по словам главы МЧС Ирыма Шейпханова, ведомство возобновит проверки высотных зданий, гостиниц и хостелов. Планируется, что теперь при возведении новых объектов застройщики будут обязаны согласовывать технические условия с министерством ПЧС. В 2011 году от министерства по чрезвычайным ситуациям права на согласование проектов строительных, строительства жилых домов и многофункциональных комплексов были отозваны в связи с решением снижения давления на бизнес. А в 2016 году уже вывели из состава госкомиссии. Мы вносим эту норму для того, чтобы МЧС принимала участие при приемке здание сооружений выше 28 метров, а также много объектов с массовым пребыванием людей.